Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на очередном мастер-классе в студии «Волшебный пластилин». Сегодня я вам предлагаю начать большой творческий проект под названием «Пластилиновая ферма». Основой нашей пластилиновой фермы может служить обычная картонная коробка из-под обуви. Главное условие – обязательно сделать зеленую лужайку. Можно сделать прудик, можно сделать домик, забор. Вы можете использовать как пластилин, как у меня, так и, например, нарисовать красками. Также вы можете использовать любые природные материалы. Я использовала различные веточки для изготовления моей заготовки. И на этой пластилиновой ферме я буду селить различных животных из пластилина. Сегодня я предлагаю слепить первых жителей нашей фермы. Предлагаю начать с простого. Первое животное, которое мы слепим, будет свинка. Для того, чтобы слепить свинку, нам потребуется пластилин розового цвета и совсем немножко пластилина черного цвета. От кусочка пластилина розового цвета я отрежу кусочек и разомну его в руках. Из этого кусочка я скатаю небольшой валик. И сделаю закругленные края. Это будет туловище поросенка. Дальше я возьму небольшой кусочек розового пластилина и скатаю из него шарик. Немножко этот шарик расплющу и приклею к туловищу поросенка. Теперь я возьму пластилин черного цвета и сделаю ноздри. Совсем небольшие кусочки. Также из черного пластилина сделаю моему поросенку глазки. Сделала глазки. Теперь я возьму кусочек пластилина, разрежу его на 4 одинаковые части. Это будут ножки моего поросенка. Каждый я скатаю в шарик. Катаю такие теперь цилиндрики небольшие. Это будут ножки моего поросенка. Прикрепляю их к туловищу. Теперь сделаем нашему поросенку ушки. Каждое ушко – это розовый треугольник.
И последнее, заключительное, что надо делать поросенку, это хвостик. Мой поросенок готов, и он отправляется на пластилиновую ферму. А следующее животное, которое я предлагаю поселить на нашей ферме, это будет уточка. Чтобы слепить уточку, нам потребуется пластилин желтого цвета, пластилин коричневого цвета, совсем немножко пластилина красного цвета и черный пластилин, чтобы изготовить глазки. И немножко совсем белого. Я возьму пластилин желтого цвета, отрежу два кусочка, один чуть больше, чем другой. Это будет туловище и голова моей уточки. Разумею пластилин в руках. Катаю шарик. Это будет туловище, это будет голова. Так, посмотрю по размеру. Значит, далее мы делаем на туловище нашей уточки хвостик. Немножко вытягиваем пальчиками. И при помощи стыки делаем такие полосочки на хвостике. Хвостик наш был пушистым. Туловище. Теперь приступим к изготовлению головы. Присоединим. И немножко приплющим. Теперь я сделаю крылышки. Делаю их в виде таких капелек. И также при помощи стыки рисую полосочки. Крылышки. И прикрепляю крылышки к телу моей уточки. Теперь сделаем глазки. Возьму пластилин белого цвета. Теперь сделаем нашу уточку клюв. Для клюва нам нужен пластилин красного цвета. Клюв у нас состоит из двух треугольников.
И осталось уточке сделать лапки. Лапки это тоже треугольнички из пластилина коричневого цвета. При помощи стыки я делаю пальчики. Уточка у меня получилась. И уточка тоже отправляется жить на пластилиновую ферму. Уточка будет жить в пруду. А на следующих мастер-классах мы продолжим с вами готовить жителей нашей пластилиновой фермы. Я желаю всем хорошего настроения. До встречи на других моих мастер-классах. До свидания!